Привет, привет, девчули, мальчиши, все, кто на моем канале. Так, по поводу гнездышка. У меня такие не очень удавшиеся трубочки. Ой, не знаю, кому будет полезно, кому не будет полезно. Извиняйте, новичкам точно видео должно зайти. Ну, хотя среди нас уже новичков, по-моему, особо нету. Все начинается с простого круглого донышка. И у меня лукошечко небольшое. Честно говоря, я тоже подзатянулась с видео. 3×3 крестовины вполне будет достаточно. Сейчас я подготовлю чуть-чуть трубочки. Трубочки у меня сыроватые. Вот две между собой наращиваю сразу же для начала. Сейчас, наверное, чуть-чуть. Так, подготовила трубочки. Кто-то спрашивал, капаю ли я клей. Полимерный клей каплю обязательно. Это для наращивания в дальнейшем. Первоначально наращиваю между собой две трубочки. В одну залила клей, другую подрезала. Раструбами. Между собой раструбами. И делаю капельку. Ну, здесь кто как. Я люблю первый, самый первый кружочек делать на руках. Тогда есть возможность все красиво уложить. Ну, на мой взгляд. Там полет фантазий. У меня прям трубы очень сырые, подтрескиваются. Но, в принципе, в моем случае это не так страшно, потому что все равно я в дальнейшем буду делать обшарпе, наносить патину. В общем, мне не понравилось как-то. Я не так краску развела, добавила эмаль для радиатора и, короче, так все. Получилось покрытие. Но минус в том, что я в красящий состав добавила не свой лак пропитывающий, а новый пришел. Короче, как обычно, эксперименты сплошные. И в данной ситуации мне эксперимент вышел боком. Так, еще, наверное, кружочек пройдусь. Все три вместе. Вот, и буду уже потом разделять. Так, этот здесь, этот где-то здесь. Сразу наращиваемся. Удобнее, честно говоря, брать поворотный столик с собой и на нем крутить донышко, плести. А, да, самое важное для новичков. Простая веревочка из двух. Самая обыкновенная, простая, безо всяких изъянов. Чуть-чуть сыроватые трубочки. Повторюсь, покрытие не такое, как мне нравится. Ну, в общем, эксперимент в данной ситуации, ну, никак не удался. Мне не понравилось качество трубочек. Они все потрескавшиеся. Но времени переделывать у меня уже нету. Вот, потому что у меня буквально выходные, и все, в понедельник я уезжаю на свою сессию учиться, учиться и еще раз учиться. Так, вот дошли, и прям сразу разъединяю все три по одному. Тарин, тарин. Пока просто хаотично, уже когда двойные буду подставлять. Веревочка из двух, да. Я думаю, для тех, кто плетет, вопросов-то в принципе никаких нету. Для тех, кто только-только осваивает данное ремесло, всегда идет верхняя трубочка первой. А здесь кто как плетет, кто слева направо, кто справа налево. Другой свободной рукой всегда плетение чуть-чуть поджимается к серединке. Но здесь на любителя в некоторых изделиях, ну, мне лично нравится рыхлое плетение, когда оно более воздушное, а не скомканное. В некоторых изделиях наоборот скомканное нравится. Ну, здесь
Не знаю, мое мнение, все говорят так или не так. Мое мнение, в любом виде творчества есть всегда полет фантазии для каждого рукодельника, рукодельницы. Мы все разные, мы видим все по-разному этот мир, мы по-разному воспринимаем всю информацию. Поэтому то, что для одного может быть идеал, для другого чушь несусветная. Вот, поэтому я не собираюсь кому-то навязывать свое мнение. Сейчас, конечно, пойдут комментарии: трубочки говно. Я сама знаю, что трубочки у меня так все. Ну, вот именно этими мне не нравится работать. Конечно, много факторов по покраске. Вроде бы, как правильно сказать, с колерами я уже не первый раз работаю. Мне нравится работать с колерами. Ну, может быть, эмаль для радиатора дала мне какую-то вот эту вот лишнюю жесткость. Может быть, переборщила я чутка. Ну, допускаю как бы возможность этого. Вот. Может быть, лак не тот. Я повторюсь, то, что я сэкспериментировала. Знаете, что я забыла? Я забыла пометить первую трубочку. Вот она. Хотя, в принципе, здесь это особого акцента не делает. Но сейчас кружочек еще пройдем и будем подставлять стоячки. Повторюсь, очень сырые трубочки. Они прям гнутся, мнутся во все стороны. Когда они чуть-чуточку по суше, ими приятнее работать. В принципе, даже для начинающих, учитывая, что я очень медленно плету, я правда очень медленно плету, вот мы дошли до... Подожди. Еще одна. И еще вот она одна. Вот, дошли до первой нашей, которую я типа пометила. Так, теперь что я делаю? У меня стоячки остались жесткими, то есть я их не увлажняла. И прям просто беру и подставляю, и тут же оплетаю сразу два. Все стоечки выровню чуть-чуть позже, буквально на следующем круге. То есть я прям уголочком туда вставила. Очень неудобно на камеру, девчонки и мальчишки. Простите, извините. И прям два вместе. Уже наращиваться надо. Дин-дин-дин-дин. Можно их подставные стоячки на клей посадить. Можно не подсаживать. Повторюсь, у меня уже вот эти вот подготовленные трубочки с клеем внутри. Что я не капаю каждый раз. В принципе, простое круглое дно, с ним заморочек нету. Это вам понадобится только если вы начинаете, так скажем. И нарастила не там. Молодец, конечно, я, но очень неудобно. Мне за штативом нифига не видно. Вообще не видно, я бы сказала. Не то, что нифига. Конечно, в большом изделии, ну, такие погрешности, мне кажется, недопустимы. Лукошко у меня небольшое. Я выкидывала шотс вчера. Там буквально 9-10 яиц помещается. Ну, это так, знаете, взять с собой там на подарок в гости, если на Пасху кому-то пойдете. Красиво, прикольно. Сейчас еще так много акцентов по декорированию Пасах. Вот там что хочешь. И гнездо, и еще что-то. Все примерно на глазочек пополам. Видно, да, разной длины. Это не катастрофично. Все равно
Все будем менять. Дальше не пошла. Опять-таки, всегда по-разному. Все, кто подставляет, кто еще как добавляет стоячки. Сугубо индивидуально. Это мой способ, который, как бы, которым я воспользовалась, мне нравится. Без заморочек. Я всегда говорю, я не люблю усложняться, заморачиваться. Ну, бывает, конечно, когда надо покумекать, как вот с сумкой. Ну, захотела я такую сплести, я не нашла мастер-класса по таким сумкам. И пришлось самой выдумывать. Платно. А, насчет идеальных трубочек, идеального плетения, идеального идеала. Ну, честно, без обид. Если я начну продавать курсы, я этим буду заморачиваться. Делать идеальные трубочки, делать идеальные видео. Так у меня... Ну, простите, да. Я каюсь. Где-то музыка дюжи громко, где-то сериальчик слышно, там фильмец какой-то. Я не продаю вам курсы, ребят, девчат. Я делюсь с вами идеями. Ну, круглое дно, я повторюсь, будет полезно только новичкам. У нас же не все опытные. Опытным, конечно, это круглое дно абсолютно никак не нужно. Можно, конечно, смотреть на идеальные ажуры. Мне так нравится, там тролливали. Я вот сейчас с курочкой то, что заморочиться, хочу ажурное. Опять-таки, я не нашла мастер-класс на нее. Я сама буду допетривать, как ее делать. Все, что я выкидывать буду на канале у себя, это все идеи. Это не выработанная схема. Я набиваю свои шишки, свои ошибки. Я с ними, своими ошибками с вами делюсь. Подготовка. Клей у меня полимерный. Рус-титан. По капелюсечке. Почему-то тоже... А, насчет вот этих вот, кстати, флажочков, да, на раструбе. Кто-то обрезает. Иногда врать не буду, и я обрезаю, когда они, ну, жесткие какие-то там, некорректные, неподходящие. Может, если я дойду до продажника, да, то идеальный идеал буду делать. Пока. Учитывая, что я делаю это на подарочки. Это у меня уже получается второе гнездышко. Первое я вам показала. Это будет чуть-чуть другое. Мне не понравилось, как идет на расширение. Опять-таки, это лично мне не понравилось. А другому человеку это будет, наверное, красота красот. Так, сейчас круг доделаю. Будем лучики распределять. Так, чтобы они равномерно светились, так скажем. Ну как, солнышко, да, и лучи от солнца. Где моя первая? Я ее теряю. Вот она. Чтобы это делать на глазок, а не по шаблону. Как лично я распределяю. Смотрите, у нас всего вот от начальной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 стоячков. То есть у меня вот этот стоячок должен быть четко напротив этого. Вот когда они в одной линии, плюс-минус, да, то есть никогда не будет идеального идеала. Когда плюс-минус они в одной линии, то они дальше ложатся ровно так, как надо. Сейчас их пораспределяем. И они уже встанут, как циферблат на часах, да? 12, кстати, да, как циферблат, действительно. Так и будет.
Делитесь, пожалуйста, комментариями, девчонки. Я всегда вас очень-очень-очень прошу. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Мне нужно, чтобы вот это было на одной линии с вот этой. Следующая, да? Вот, смотрите, четенько, идеальненько, плюс-минус на одной линии. Следующая. Ну, плюс-минус, да, есть. Так, у меня тут куча всего лишнего. Так, следующая, вот она. Видите, вот они уже пошли. Их мы чуть-чуть перераспределим, направим так, как надо нам. Следующее. То есть, как бы с одной стороны одну направляли, и с другой стороны другую направляли. По плетению, да, сейчас я плечу, получается, как бы по верхней линии, но мне все равно, честно говоря, в какую сторону по кругу крутить. Я могу вообще, честно говоря, не менять положение. Так, мне уже наращиваться надо. И потихоньку надо уже готовиться мне поднимать потихонечку стоечки. Сейчас у меня их поднять не получится, потому что они немножечко деревяненькие, так скажем. Что сделать, чтобы их размягчить? Ну, в принципе, можно залить вовнутрь воду, желательно теплую водичку. Я же просто положу на сами стоячки тряпочку. Ну, то, что о чем я и говорю, я могу плетение, в принципе, с места не двигать. Ну, местами оно, конечно, мешается, то штатив, то еще что-то, что вокруг находится. Так, вот докуда мне сейчас хватит трубочек, до туда я и доведу. Обрезать пока не буду, просто у меня трубочки, если вдруг, хотя они не должны, по идее, подсохнуть, чтобы они завернулись ровно там, где они должны завернуться. Вот мы почти пришли до начальной. Так, конечно, мне сейчас будет неудобно выбираться. Стоячки у меня дубовые. И, то есть, если их сейчас прям резко поднять, могут прям хорошенечко поломаться. Я их чуть-чуть увлажню. Если посмотреть, да, ну, вот где-то чуть-чуть кривенько. Более или менее все равномерно распределились. Так, что я... Ой, простите, штатив зацепила. Что я делаю? Я на буквально минут 10 влажненькую тряпочку положу. Сейчас замочу. В принципе, круглое донышко – это основа. Это будет отдельный у меня файл по круглому донышку. То есть можно делать каким угодно диаметром. Хоть этот плейсмат можно делать, основа та же самая. Ну, повторюсь, мне качество моих трубочек не нравится, но вы свои доведете до идеала. Обыкновенную влажную тряпочку я просто положу. Все, 10 минуточек у меня плетение побудет вот в этой влажности. Потом они будут спокойненько, стоячки, распределяться. Так, потом присоединюсь.